Эйнштейна. Мы где? В музее Эйнштейна? Да. Все, идем? Пошли. Да. Объясню правила. Нет. На этой комнате будет выключен свет, включены лазеры. Задача будет от комнаты пройти, только идет, надо идти будет по одному. По пути надо будет стараться. Избегать лазера? Красный фонарик. Надо избегать лазера, нажимать на кнопки надо будет. Сначала будет кнопка синяя, потом красная, потом зеленая. На прохождение этапа будет дано 2,5 минуты. Задеть можно максимум 7 лучей. Но если вы заденете, он пропадет. Через 15 секунд он восстановится. Кто? Лазер. Лучше нельзя задевать. Стараться не задеть. Все, уже задеть можно 7 раз. Да, 7 раз. Давайте я тогда, если. 2 минуты. 2,5. Я все слышу, я очков 12. Давай, Настя, пошла. Сначала синюю кнопочку. Они сделали сложность меньше, да? Настя, пошла. Ну, синюю кнопку нажать. Нажми синюю кнопочку. Есть, все, молодец. Дальше. Дальше красную кнопочку надо нажать. Так, пролезть. А у меня не кажется. Задело. Аккуратно, следующую. Красной кнопочке. Перешагивай. Красную. И теперь иди беги к зеленой. Вот, молодец. 508 очков. 508 очков. Ладно, он не вычитал. Есть. Синюю нажала, молодец. Перешагивай. Красную. Все. Давай обратно. Назад. Быстро, пока не появился. Быстрее, к зеленой. Быстрее. Здесь вообще супер результат. Вы сразу боится. Так, ты чего? Ты держись там, а то упадешь. Это что, надо с ним сражаться, что ли? Да нет, видишь, как вагонетка едет. Это просто кататься. Тут это как это правильно-то. Вот. Картинки же сейчас не идут. Вестибулярный аппарат, вот. Так, ты держишься? Там трясется. То есть ты можешь думать, что это все на самом деле. Вот. И что, и все? Сейчас разгон пойдет. Подожди. Нет! Ой! Все, можно. Тихо. Страшно? Нет, капельки, тут круто. Взрослые боятся, в основном. Взрослые в основном падают, кстати. Взрослые вон все хорут. Даже на улице слышно. Даже по стакану слышно, взрослые кричат, как им страшно. Вообще. Круто. Если же это был мужчина, тоже катался, мы его все сотрудники удержали. Ну, наверное, вес у него 100 плюс. Да. Просто и те, кто с ним был, и мы все его держали, ловили. Куда он выскочил? Сам больный. Все, Настя, ну как, понравилось? Ты молодец, ты прям смело. Сам прикрепилась. Давай, слезай. Круто. Поехали? Конечно.
А мы едем, да? Полин, ты рассказывай, что ты видишь? Ветерочек сделаем. Что ты видишь, Полин? А, свет. Вау. Тихо. Ты что? Короче, идем по шахте. Ее можно трогать? Нет, ты не почувствуешь. Смотришь, она голову. А что она не врезается? Она голову поворачивает, не врезается. Ну, просто она может... Нет, она едет уже нет. Вот, тогда дальше чего-то. Влево и вправо можно. Держись, держись, мы держим тебя. Тебя сейчас голову не топает. Пугалась, Полин? Даешь? Ну, вот, молодец, все равно. Слезай. Молодец. Все равно. Ты больше половины прошла. Так, девочки, ведем себя нормально, не роняем, не кидаем. Прикладом никого не добиваем, да? Всем дай тут дед. Так. Ну иди, Полин, будешь первая? Давай, не бойся. Ты сам, да не к тиру, ты что, думаешь, тебя стрелять будут? Я не буду расстреливать. Держи, да, сейчас буду помогать. Кусю. По команде нажимай. Ладно. А где все-то? Вот он. Ой, молодец, ты уложила его. Ничего себе. Рядом. Вот, ранила. Убила. Вон. Вон еще. Зеленый. Вот. Вот зеленый. Еще. Там зеленый. Во-во-во, вот он. Рядом, рядом. Выстреливает. И того. Давайте мы вас сверим. Они в гробе. Да давай, я буду помогать тебе. Есть? Ну, рядом есть. Давай, следующий. Следующий. Давай, Настя. Давай. Во. Три. Давай, ты нажимаешь на курок, почувствуй, Настя, когда. Рядом, рядом. Почему никто не может прицелиться? Вон! Вот,
я спасена. Мини-планета.
опускаются сумерки. На небе зажигаются первые звездочки. Окутанная нежной пеленой прозрачных облаков, молчаливо смотрит на нас луна с темного неба. Не шелохнутся деревья, не запоют птицы. Природа спит. Только царица ночи луне не спится. Любит она путешествовать, менять свой лик, ходить в гости к разным звездочкам. С древнейших времен люди наблюдали луну, и придумывали они сказки. И тогда она представлялась то загадочной царевной, то грустным месяцем месяцевичем, а то и правым месяцем молодцем. Одну из этих сказок вы сегодня и узнаете. Это было очень давно. В те давние, давние времена солнце так же щедро светило, как и сейчас оно светит. Медленно путешествовало солнце днем по небу, а вечером пряталось. И вместо него на небе вспыхивали звезды, и выходил красавец месяц. Ночь спускалась на землю. Как раз в то время и произошла эта история. Решил как-то месяц-молодец к солнцу в гости сходить. Посмотреть, как солнце живет, в каких холомах спит, на чем с утра на небо уезжает, а еще на свои звезды посмотреть, все ли они на небе, или, может быть, некоторые попадали на землю. За ними так трудно уследить. Пасешь их, следишь, а они такие норовистые. Так думал месяц, так как был их пастухом с давних времен. Он уже и сам не помнит, когда стал этим небесным звездным сторожем. И стал месяц собираться в дальний путь. Сначала приготовил мешок с едой и питьем, дорога ведь не близкая. А затем надел праздничные небесные одежды и покинул свой небесный домик. I took a pill in Ibiza. To show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller. Cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Ooh.